У нас время вечер. Я уже попила чай. Вот, так как Оксана сегодня с утра училась. Ну, раньше, чем обычно, потому что сегодня учителя на учебу ходили. Поэтому она рано сегодня пришла. И качается уже, нагуляла. Сейчас вместе в садик пойдем. У нас качели расставила. Теперь Оксана может качаться, да, Оксана? А завтра у нас не будет работать садик, потому что будет отключение воды. Мы, Оксане, достали сапоги уже, да, Оксана? Которые нам присылали с Германии. Оксана их одела уже зимние, потому что уже все. А эти тоже теплые, но не такие. Они хоть не промакиваются ноги у нее, да, сухие в них ноги. А в зимних уже были влажноватые ноги. Сырые. Че, пошли давай, хватит качаться, чудо в перышках. Скоро снег весь растает. Дети дождаться не могут, когда снег растает. На великах, да, Оксана, кататься? Да, тут у нас по территории это можно кататься уже. Ладно, шагаем в садик. Всем хорошего вечера. Что? Да! Оксан, что тебе там надо? Мы уже пришли с садика. Сейчас дам, подожди. И ребятки будут на качели качаться сейчас. Да, Ваня? Ну-ка, не бери. Аккуратно. О, качается. Играйте. Так вон туда положи, где твои игрушки лежат. Ладно, я пошла домой, рюкзаки их не занесу и пакет со штанами Марининами. В садик другие штаны берем, чтобы она гулять могла. Ладно, играйте, я пошла домой. Всем привет. Маш, поздоровайся. Всем привет. Маша приехала с города. Маша, расскажи, куда ты ездила и что у тебя там было? На марафон. На марафон. Мы там делали округляющие, математика, луки и три. Ну, это как мероприятие, да? Как конкурс какой-то был. И вот Маша нынче ездила. Я сейчас стою, жду подругу. Должна подъехать. Я ей внучке заказывала клеенку хорошую и баночку им надо было. Вот сейчас отдам. Маша приехала, тоже стоит со мной, ждет. У нас сегодня холодно, ребят, 2 градуса, и опять идет снег. Утром, да, снега было много? Но сейчас уже подтаяло, получше уже. И у нас пришел Василек, сегодня будем распаковывать, да, Машенька? Долго у нас не было Василька, все уже спрашивали, Настя, что, Василек, будешь с вами не сотрудничать? Нет, ребят, сотрудничает. Кстати, все ссылочки на Василек, сейчас они в соцсети, во многих соцсетях появились, поэтому ссылочки оставлю в описании, проходите и подписывайтесь. Ну, а сейчас пойдем с вами распаковывать Василек. Сейчас дождемся и пойдем распакуем. Покажу вам, что там интересное пришло. У нас уже день. Сейчас покажу, что сварили сегодня. Гороховый суп сегодня, кстати, у нас очень вкусный. И сейчас распаковку буду Василек делать. Вчера муж день рождения был, вчера ничего не снимала. Потому что вечером к нему пришли его родственники, сидели они там на летней кухне. Сосиски жарили, дети гуляли весь день. Поэтому так вот вечером было весело. Я посидела там, посмеялась, потом пошла. Так, короче, показываю все, что у меня есть. Так, девчонки, здесь у нас сегодня, короче говоря, сварили гороховый суп. Мы не любим густой, поэтому такой вот гороховый суп. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. И вот мои ребята, рассада помидорок. Надо пересаживать, я их еще не пересаживала. В ближайшие дни будем с вами пикировать помидорки. И хотела вот что еще показать. Видите, здесь у меня 3 пакетика семян посажено. Раз, видите, разделено палочкой. 2, тоже палочка, вот она. И там 3. И смотрите, один пакетик вообще не взошел. Это у меня астры, 3 сорта разных астр. И вот видите, как плохо взошли. Там вот у меня помидорки, которые чили маленькие, которые, ну, что-то вот они у меня поздно, очень поздно взошли. Поэтому вот так вот. Сейчас попозже покажу вам еще сладкий перец и еще помидорки, какие у меня есть. Так, ребят, здесь у меня вот тоже рассада стоит. Но здесь что это? Бархатцы. А это что у меня? Одна штука тоже бархатцы выклюнулись. А вот здесь петунья. Смотрите, какая мелкая.
Кошмар, да? И снег наш. Неописуемый снег. У нас, кстати, снег сейчас опять идет. Пишите, какая у вас погода. Так, как и обещала, показываю вам рассаду. Что у меня еще помимо тех вот рассады есть? Вот это вот, ребята, сладкий перец. Знаете, какой? Не покупной пакетиками, а обычный. Я купила просто перец сладкий болгарский в магазине. Семена посыпали, посадили. Нормально. Видите, как хорошо растут. Надо уже пикировать, листочки уже появились. Следующий на днях займемся. Это у меня я покупала в магазине рассада чили-помидорков маленьких. У меня мои просто что-то плохо всходят, но в целом два штуки здесь. Это у нас все острые перцы. Муж садил себе он. Тут по 2-3 штуки в стаканчике. И смотрите, как у меня красиво зацвел цветок. Тут у меня вот два таких. Вот этот вот нынче будем пересаживать крапиву. И вот женское счастье у меня зацвел, но что-то он это... По идее, всегда вот так вот должен цвести. Да ведь? Ну, немножко загнулся, а так в целом хорошо. Так что вот такая вот еще у меня рассада стоит. Я разворачиваю ее постоянно. Так что пишите, что у вас. Ну, в огороде у нас еще снега, как видите. Ну, вот край грядочки оглянулся, тут появился немножечко. А так, по идее, снега еще очень много, поэтому я не тороплюсь с рассадой. Пусть растет все на здоровье. Это вот все, что мы садили. Капусту я не садила, потому что у меня просто некуда ставить. Я ее легче куплю, несколько вилочков. Ну, это кустиков. Посажу где-нибудь по краю картошки и все. Дальше. Огурцы, кабачки еще садить рано. Вы видите, у нас сколько снега. У нас снега просто одуреть не встать. Поэтому с этим я тоже не тороплюсь. Посадили пока помидоры и перцы. Все. Так что вот так вот. Потихоньку выращиваем свою рассаду. Включила? Ребятки, у нас время день. Я вам, как и обещала, распаковывать. Давай будем сейчас наш любимый Василек, пока у меня ребятишки гуляют, мы с вами его распечатаем. Так, как и обещала, распаковываем любимый Василек. Открываем посылочку. И пока ребятки у нас на улице, я почему не хочу при детях распаковывать? Потому что для Оксаны подарок, который она не ждала. На день рождения. Так, упаковка. Все, там больше ничего не забираем. Вот такая вот. Видите, как хорошо они запаковывают. Кстати, ребята, Василек стал в соцсетях разных, в Телеграме, ВКонтактах, в Одноклассниках. Ссылочки все, как вы знаете, всегда у меня в описании. Поэтому проходите по ссылочке в описании и заказывайте то, что вам понравится. Тихо. Ну, давайте первое, что я вам покажу. Что? Я знаю, Маш. Так, ну, первое, ребята, что я вам покажу, это вот такое полотенчико дома. Где-то прихватить там на кухню, короче говоря. Хотела давно уже такое полотенчико заказать, но что-то все. Ну, вот нынче взяла на сдачу, короче говоря. Такое полотенчико. Мне очень нравится, на кухне всегда нужно. Давайте это, наверное, вот так вот пока уберу, чтобы не мешало, чтобы вы не видели, что здесь. И будем распечатывать. Так, это что? Это наволочка Бязь. Наволочки всегда в доме нужны у нас. Часто наволочки меняются, поэтому наволочек всегда нехватка. Решила заказать вот такая вот наволочка с машинками. Это у нас Ванюша любит машинки, поэтому вот такая вот бязевая наволочка. Без молнии, просто тут с запахом. Мне нравится. У нас вот такая вот как раз у Вани продолговатая подушечка и есть. Так, упаковки будем выкидывать, потому что они нам не нужны. Мы сразу этим будем пользоваться, поэтому достаем. Дальше. Наволочка еще одна, тоже бязевая. Астры называется. Поэтому тоже взяла. Она такая, знаете, яркая, красивая. Мне она так понравилась. Вот такая красота с одной стороны. И вот так вот с другой стороны. Тоже не на молнии, просто обычный запах. И все, и
Очень понравилось. С одной стороны яркая, с другой стороны такая светленькая. Самое то сейчас на весну, чтобы поднять себе настроение, просто супер. Давайте следующее посмотрим. Так, это, наверное, пока отложим. Давайте, наверное, вот что посмотрим, пока Оксана у нас не пришла. Мы с вами посмотрим, это у нас котик Барсик. Или как они, Маша, называются? Котики Басик ведь? Да. Басик. Вот в такой коробке, кстати, на подарок. Это самое то, и как видите, коробка приходит целая, ни чуточки не помятая. Классно. Если кто хочет на подарок, то у них там появилась новая серия. Поэтому захотите по ссылке в описании и смотрите. И вот такого вот Басика мы заказали. Это с единорожкой у нас. Оксана обожает просто единорожков. И поэтому вот мы взяли с единорожком вот такой вот Басик. Сейчас мы его приберем. И все, и будет ребенку на день рождения подарок. Она даже не знала, что я его заказала. Она просто как-то смотрела там, ей понравилось. Ну и пока ребенок не знает, мама заказала. В целом, дальше. Давайте смотреть одежду. Что же тут интересного из одежды я заказала? Ну, первое, у меня Ванюха вырастает из всех футболок. Это вообще что-то с чем-то. Он вытянулся в длину очень сильно. И я ему заказала вот такую вот футболочку. Ростовка 104. Сейчас на лето самое, то ему футболок в садик надо много будет. Футболки, шортики. И вот поэтому взяла. Мы уже брали такую марки футболки. Очень мне понравилась. И Ване она очень нравится. Поэтому взяли опять вот такую голубенькую футболочку. Она ему обязательно будет хорошо. Дальше. Это на ростовку 128. Это уже на Оксаночку. Вот такую вот на лето решила ей тоже взять футболочку. Была там вот именно такой расцветки. Самый большой размер. Одна единственная. Поэтому только хотела бы еще на Машу с Катей бы взять наподобие таких. Но, к сожалению, был самый большой размер вот на 128. И я решила, что я Оксане закажу. Внизу она немножко подлиннее. Прошито хорошо, по сути. А спереди здесь вот такая вот сеточка. Она прозрачная, просто сеточка идет спереди. Так что на лето, мне кажется, это будет просто супер. Следующее, что я заказала, это уже на 12 лет или Кате. Так, на 12, а здесь... А, да, вот это вот на Катю. Футболка на 12 лет. С таким с котиком, крутой котик с очками. Футболки мне на Васильке нравятся, поэтому вот такая вот. 12 лет, ростовка. А тут не написано ростовка. На 152 сантиметра рост. Ну вот на Катю оно самое то будет. И следующая футболка у меня уже идет на 11 лет. Это я уже заказывала на Машу. Ростовка 146. Нравится? Маша тут стоит, смотрится на Насиками. Там, знаете, на Васильке, что интересно, на маленьких ребятишек очень много. А на больших, если появляется, то разбирают очень быстро футболки, потому что они хорошего качества. И на моих девчонок мало что смогла, заказала. Вот такая вот футболка. Ну, у Маши, по идее, есть футболки на лето. Ну, вот решила, что пусть будет. Лишним никогда не будет. Дальше. Ой. Ой. Футболка. Я уже Егору такую футболку заказывала. Кстати, у Егора еще есть под такую футболку штаны. Только мы ему заказывали голубую. А в этот раз я взяла такую, как бы, знаете, бирюзовую, да, наверное? Да, бирюза, дым. 48 размер. Вот такая вот футболка. Егорка ее носит. У него есть еще под них штаны. Фотографию штанов и футболки вместе с фоткой. И покажу, как у него получается комплект. Футболка классная, после стирки не садится нисколько, цвет не меняет. Поэтому мне понравилось, решила Егорке другой расцветки взять. Мы первую голубую, да, ему брали, по-моему, голубая. И вот сейчас вот у него бирюзовая. Классная футболка, поэтому и Егору она тоже очень понравилась. Дальше, ребята, смотрим. Полотенце. Полотенце в большой семье всегда нехватка. Поэтому я заказала опять полотенце, размер 40 на 70. Вот такой расцветки. Посветлее решила взять. Что постоянно? Мне подписчики написали, что ты, Настя, постоянно темное берешь, бери светлое тоже. Вот, ребят, светлое заказала. Дальше. И темное тут же заказала полотенце. Полотенца всегда, ребята, нужны, поэтому пусть лежат.
Вот такой вот еще расцветки размер. У нее уже 50 на 90. Это уже как в баню. Вот девочки голову моем постоянно. Вот такое вот полотенце. У нас нехватка таких полотенец, поэтому взяли. Дальше, следующее. Так, давайте вот это посмотрим. Это носки подростковые. Белоснежка 6 штук. 35-40. Это я ребятишкам заказала. Сразу. Вот такие вот носочки. Обычные, однотонные, длинные. Резиночка. Короткие, потому что у нас есть. Поэтому длинных еще на заказывала детишкам. Всегда нужны носки. Следующее. Футболка мужская 50 размера. Или же мужу, или же Егору. Или же вот у меня сегодня старший сын уехал, вот не успела распаковать, так бы Илья бы забрал. Вот такая вот футболка. Темная. Тут то ли лев, то ли тигр нарисован. И вот мы уже брали тоже такого качества. Футболки нам очень понравились, поэтому еще заказала 50 размер. Вот такая вот футболка мужская. Дальше. Решила я себе на кухню обновить обычных вафелин полотенчиков. У меня уже там старенькие полотенчики. Решила, что нам пора обновить уже. И заказала, знаете, такие интересные, такие смешные. Там всякие есть. Ну вот. Вот такое вот. Живи в кайф полотенчик. Видите, какая киса тут у нас красивая. Дальше у нас полотенчика побольше мурлычьте. Вот такой хотите вот с кисками. Счастья. А, хотите счастья, побольше мурлычьте. Ну, там я вишни видела. Так. Поменьше ворчите. Поменьше ворчите. И вот такое вот. Классные полотенчики. Они пошире, чем я предыдущие заказывала. Потому что в печку накрываю, где-то что-то надо. И поэтому всегда вот так вот. Дальше. Еще одни носки. Это уже, скорее всего, мужские. Подростковые, да, на мальчика. 36-41. Что я открыть не могу их. Представляете, ребят, открыть не могу. Но сейчас мы откроем с вами. Сейчас откроем. Вот такие вот расцветочки. Все как бы средние. Расцветки. Носки всегда большой семье надо. И еще что я заказала. Это простыня на резинке. Размер 90, 200 на 20. Давайте тоже откроем, потому что мы будем пользоваться. Поэтому не вижу смысла в упаковке держать. У меня еще, кстати, два комплекта постельного новых лежит. Но вот простыни мы сразу как бы пользуемся. Поэтому решила я темные не буду брать. Взяла вот такую вот светлую с цветочками. Яркая, красивая. Как раз вот сейчас, вот, чтобы быстрее к нам весна пришла, решили заказать. Поэтому вот такие вот у нас, ребята, была такая распаковка. Если вам понравилось, проходите по ссылочке в описании, тоже заказывайте. Там очень часто обновляется, поэтому смотрите, чуть ли не каждый день там новые новинки какие-то. Сейчас на лето там большой выбор, также и на весну появились очень классные костюмы, поэтому проходите по ссылкам в описании и заказывайте себе. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем говорим пока-пока!